Ну что, девочки, продолжаем проект «Закончить с помадками» от Oriflame в номере 760. Девочки, насколько они кремовые, насколько они классные. Все-таки я пытаюсь добить своих три помадки. Два пробничка и одну полноразмерку от Beauty Care. И все эти дни я буду концентрировать свое внимание только на этих трех помадах. Поэтому, если кому-то скучно, пролистывайте. Девочки, что-то я не помню, у нас такой палетки или лак. От Катрис. Прикольненько. Почем она у нас, кстати говоря? 23 шекеля. Девочки, появились у нас вот эти вот помадки. Plumping Gel Lipstick по 18 шекелей. Вот есть цвета. Самый ходовой вот уже разошелся. Девочки, наконец-то у нас появился Listerine. Green Tea тоже. А раньше у нас этого ничего не было. В нашем магазине Be by Supersal появилась канцелярия. И вот, кстати, какие милые ручечки, которые можно стирать. Да? То есть пишешь, тебе что не подошло, ты стираешь. То, что написал. С мишутками. Давненько я не делала масок, девочки. То времени не было, то еще чего-то. Пришло время масочки от Тони Моли. I'm Real Avocado Mask Sheet Nutrition. Питательная. Заказывала их когда-то на Алиэкспресс, девочки. Наверное, в 3 или 4 раза дешевле, чем то, что оно у нас сейчас стоит в стране. Когда я, кстати говоря, заказывала, они у нас в стране, их у нас в стране еще не было. А сейчас можно прикупить, по-моему, по 15 шекелей. Вот так это вот, девочки, выглядит. Очень приятный запах, такой нежный, такой свежий. Обалдеть. Лекало, как вы видите, достаточно хорошо прилегает. Все так аккуратненько, все так красивенько. Мне даже очень нравится. И, кстати говоря, здесь еще осталось немножко жидкости. Для любопытных варвар типа меня, здесь будет, девочки, еще на одну где-то масочку. И, кстати говоря, девочки, я прикупила сухие маски и совершенно о них забыла и даже не показала вам в моих покупках. Так что ждите в следующих роликах. Проект закончить с помадкой от Oriflame номере 226. Девочки, нам потихонечку подходит к концу. И, кстати говоря, когда я ходила на морской привоз искать помадки для подарков и конкурса, мне продавцы сделали комплимент. Сказали, о, тетка, красивая помада, что это за помада? Я сказала, Oriflame. Заказывала за границей. Они такие, типа жалко, что они не могут приобрести такой цвет, чтобы продавать у себя. Так что, как вы видите, мужчинам такие цвета нравятся. И опять помадка от Oriflame номере 760. Девочки, пока ее не добьем, как говорится, не продолжим. Она тут немножко размазалась про колпачку, но в принципе ее может быть на разок, а то и два. Очень красивый такой классный цвет. Кстати говоря, те, кто не любит глянец, можно просто промокнуть бумажкой, и она станет более матовой. Девочки, она классно держится, даже если вы потом покушаете, тинт остается на губах. Привет, Вере. Вера, вот наши эти хлебцы, рисовые лепешки, как вы хотите их назвать, за 10 шекелей, это где-то 2,5 евро. Смотрите, какая огромнейшая упаковка. Есть и поменьше упаковочки, но по разным ценам. Так что вот у нас, смотри, сколько их видов и вариантов. Есть 4,50, вот такая маленькая. Есть такие. По 4,50. А вот есть тоже еще большая упаковка за 11,90. Есть такая за 12,90. Есть вообще такие крутые за 7,90. Но это маленькая упаковочка. То есть кто какой любит. Кто любит покруче, а кто любит поменьше. Это без глютена. 2 на 15. А есть вообще в шоколаде. Или в таком. То есть на любителя. Помадки с Дании и Норвегии. И тенюшки с польского сайта Lady Makeup. Подарки от Эмили и от Леры. Ура! Наконец-то у меня закончилась пудра от Essence. Камуфляж. 2 в 1. Powder and Makeup. Девочки, как долго я ее добивала.
Но наконец-то она у меня закончилась. Она у меня в проекте уже несколько раз была. И за это лето была моя цель ее добить. И все-таки я ее добила. В конце лета я вам расскажу все, что я успела добить за 2 месяца 60 дней. Также закончилась у меня мицеллярная вода от фирмы Flormar. Это был отливантик. Лера, Forever Addict, спасибо тебе. Кстати говоря, Лера говорила, что эта мицеллярка ей щипит глаза. Мне она вообще не щипала. И, кстати, очень хорошо смывала косметику. Масочка Тони Моли. Буквально 2 дня назад ее использовала. Очень классная вещь. Девочки, она настолько приятно пахнет. И тут написано Nutrition, питательная. Ну, как все обычные тканевые маски, хорошо увлажняет. После этого не требуется крем. Мне понравилось. Также у меня закончились вот такие вот падики от фирмы Soft Touch. Вернее сказать, Soft Touch от фирмы Life. Купила их много. Они продаются по 3 штуки. Получается 120 умножьте на 3 в такой большой упаковке. Классная вещичка. Буду брать еще. Девочки, а также от фирмы Life и Sana у нас закончилось аж целых 4 баночки против комаров. Вместо того, чтобы заканчивались баночки против солнца, у нас заканчивается от комаров. То, что у нас страшные, как крокодилы, комары. Хорошая вещичка, как бы их отпугивает, но не на 100%. Девочки, вот у меня вот такая есть очищающее средство для серебра. Вот так вот его уже осталось. Девочки, мужу, наверное, лет 20. Моя цепочка, которую я ношу из-за крема от загара. Ну, скажем так, почернела. Сейчас мы ее будем чистить. А также вот эти вот сережечки, которые мне прислала Аленушка с Украины. Я их ношу во второй дырке, девочки, не снимая. Обожаю их. Они тоже потемнели, так как я их ношу без остановки. И бросаем туда. Кстати говоря, в эту жидкость, девочки, можно бросать любые камни, кроме натуральных. То есть жемчуг, коралл нельзя бросать. Можно бросать как серебро, так и золото. Держим буквально 10-15 секунд. Мы когда его вынимаем, мы смотрим, если оно посветлело, можно вынимать. Если нет, то как бы держим еще немножечко. И потом обязательно промыть в проточной воде. Вот я достала цепочку буквально через 10-15 секунд. Теперь надо очень хорошо помыть через проточную воду, в проточной воде и вытереть хорошенько этим тряпочкой, полотенцем протереть и дать ей просохнуть. Вот помылись сережечки. Девочки, я их очень сильно не отбеливала, так как оно мне не надо. Там, где должно быть почерненным, пускай остается почерненным. Но результатом я очень довольна. Сейчас они все высохнут и сразу можно одевать. Девочки, хочу поделиться с вами о моей пудре Catrice в номере 025 Sand Beige. Я подзагорела на лето, и она для меня светловатая. Но вот это все, что осталось, я на все-таки добью ее за эти 20 дней, которые у нас остались, мы чуть-чуть меньше. Но она просто как бы делает такое, чуть выравнивает лицо, но она ничего не перекрывает, так как получился цвет светловатый. Ну, а я продолжаю с помадкой от Oriflame, номере 226. Девочки, осталось еще буквально на разочек там. Но на этой неделе я это планирую добить. Смотрите, какие у нас классненькие блокнотики продаются. Большой размер, средний и масси-пусси. Разных цветов. Девочки, все-таки сегодня я решила поменять пудру. Тоже взяла от Catrice, но уже в номере 030 Warm Beige. И, девочки, она да, лучше перекрывает лицо. По крайней мере, сейчас на более загорелую кожу. Наверное, не буду я добивать ту. Оставлю ее, как только загар чуть-чуть сойдет. А буду пока пользоваться этой, потому что это намного лучше перекрывает. И, как вы видите, мои румяшки Caroline, которые раньше были, казались, да, более такие, как матрешки. Смотрите, на этой пудре они намного-намного слабее выглядят, чем они были на пудре от Essence. Также я потихонечку тестирую тенюшки от W7. Огромное спасибо Emily Flam 70. Вчера, девочки, я использовала самый нижний, вот этот посерединке. А сейчас я вот взяла крайний, немножечко подвести глаз вместо карандаша. Очень классно, они такие мягенькие, девочки, такая прелесть. Могут немножечко пылить, но мне это не мешает. Рубрика «Природа у дома». Девочки, посмотрите, какая красота.
Может, знаете, как а-ля дикие цветочки у нас тут растут. Так хорошо, так красиво. И причем они бывают разных цветов. Белые, розовые, персиковые, красные. Красота. Пустые баночки моей мамы. Девочки, три туши от Beauty Care. Как вы видите, разного, да, разные упаковочки. Это с разного времени. Но это о чем-то говорит, о том, что мы все время возвращаемся к Beauty Care. Это все туши в черном цвете. Также укрепитель для ногтей от фирмы Beauty Care. Вот как, девочки, надо заканчивать. Там осталась буквально капелюша, но ее уже оттуда не достать. Неплохое качество. Возвращаемся к Beauty Care вновь и вновь. Также у мамы закончилась помадка от Beauty Care. Номер 71. Вот ее цвет. Смотрите, какая красота. Как она красиво переливается. Но это для тех, кто любит вот такие вот красотки. Очень классненькая. Девочки, я очередной 4-литровый баллон. Галлон. Я не знаю, как вы называете эти такие канистры. С гелем для душа. Это молочный гель для душа. Также от фирмы Beauty Care. Мои дети не хотят пользоваться ничем другим. И мы его используем и как гель для душа, так и мыло для рук. Просто я переливаю в более мелкие, как говорится, в мелкую посуду и пользуемся с удовольствием. Надо пойти прикупить еще один. Но у меня закончился очередной крем бархатной ручки со степенью увлажнения 2. Девочки, вот это уже обычно тюбики прорезиненные, а это типа а-ля пластик. Я его разрезала, но там уже нечего было выковыривать. То есть вот с этого пластика выдушивается до конца, реально все до конца. Классная вещичка, буду приобретать еще. Вот такой вот отличный магазин ВАУ у нас есть. И вот такие вот штучки я прикупила на подарочки. Сейчас я вам ставлю фотографии самих продуктов. Вот вам снимаю еще раз на солнышке. Помадки, карандашики и даже тушь. Ящерица убегает, а мы ее пытаемся заснять. Девочки, боже, как она сливается со стенкой. Я не знаю вообще, как мы ее увидели сейчас. Их было две, одна убежала. Вот она, прямо возле края стены. Уже приблизить никак. Девочки, сегодня два в одном. Помада в день и закончить. Наконец у меня закончилась помадка от Oriflame номер 760. Тут, может быть, еще капелюся хватит на чуть-чуть, но не на целый раз, поэтому я уже буду ее вместе с другой помадкой наносить. Очень красивая, очень классная кремовая помадка. Для тех, кто не любит глянец, можно промокнуть салфеточкой, она будет матовая и держаться еще лучше, чем глянцевая. Смотрите, какая красотень мне подарила Галина Космеблог. Девочки, чувствую, назревает у нас проект «Помада в день». Заканчиваю эту помаду с Beauty Care номер 66. Девочки, четверть помады уже закончила. Скажем так, четвертую часть. Осталось еще немножко, но я думаю, что всю следующую неделю и до конца августа она точно будет с нами. А может быть, даже и зайдет с нами в сентябрь. А мы опять пришли на море. У нас красный флаг. Больше о том, что сильные волны. Ну как сильные? Как терпимо, но все равно. Ой, идем к водичку пробовать. Неделю не были на море из-за лени. Но надо вылазить.